Не надо ставить покупку дома или машины на первое место, а здоровье откладывать на потом. Ведь если ты здоров, ты можешь заниматься всем остальным и превращать свои планы в реальность. Это пожелание принадлежит профессору Жанибеку Мамбетову, которого мы потеряли в период коронавируса, но накануне успели отснять с ним программу об урологии, о профилактике и лечении урологических заболеваний. И эта программа в память о нем. Недавно я получил данные эксперта, который он анализировал вот, заболеваемость, распространенность вот, различных болезней. Оказалось, что урология она находится на втором, на третьем месте. И распространение этой патологии, и заболеваемость, и обращаемость. Поэтому вот это сама, это уже считается как актуальным. На современном этапе урология она стремительно развивается, использует различные новые технологии, я имею в виду эндоскопические, лазерные технологии и другие там методики современные, которые она дает исчерпывающие хорошие результаты лечения. Если честно сказать, наша отрасль урологии, в отличие от соседних наших стран, и тем более зарубежных, остается. Это план материально-технической обеспеченности. Я не буду говорить, что наши врачи. Врачи у нас очень грамотные, способные. Если они были оснащены материально-технической базой, я имею в виду те современные аппаратуры, тогда они смогли бы все спокойно сделать на мировом уровне. Одной из распространенных патологий является мочекаменная болезнь. Она считается краевой патологией. Вот это наша своеобразность, географическое расположение, вот и климатический фактор играет важную роль в развитии мочекаменной болезни. На современном этапе лечения мочекаменной болезни те рутинные методы, которые открытые оперативные лечения, они уже отходят на второй, даже третий план. Сейчас используются современные эндоскопические аппаратуры, которые досконально разрушают те камни мочевых путей, которые или удаляются, и они разрушаются, и потом они выходят естественным путем. Вот это самое это эндоскопическое это лечение, да, оно мало вредное организму, менее травматичное. И вот и результаты лечения оно сопоставим с открытым методом лечения. И а также самое главное, что это вот короткий период после операционного восстановления. Понимаете, вот не зря мы это самое проводим неделю мужского здоровья. Наше население менее информативное. И это с одной стороны, а с другой стороны, они терпят завтра, потом. И болезнь развивается, она не останавливается. Они допускают, и с всяким осложнением они приходят уже в более тяжелом состоянии, которое требует усилий со стороны врача. И тем более это, у больного тоже может быть это исход лечения, какие-то осложнения. А что скрывать, иногда будет летальный исход, когда болезнь уже настолько запущена, что наше лечение может оказаться неэффективным. Это первый сигнал, это боль, болевой синдром. Боли различных характеров бывают, они в области поясницы, надлобковой области, наружном половых органах. Болевой синдром, может быть, она выраженная, менее выраженная, периодически непостоянная или постоянная. Вот это первый симптом. А второй симптом – это расстройство мочеполовины. То есть человек, он нормально мочится, и раз у него начинается проблема мочеполовины, он становится учащенным, болезненным, затрудненным и так далее, и другие. И третье – это изменение лабораторных анализов, в частности, анализа мочи. Появление белка, лейкоциты, эритроциты и другие различные патологические примеси в моче. И дополнительно это ультразвуковое исследование, которое иногда люди проходят, ультразвуковое исследование, они случайно обнаруживаются в урологической патологии.
Они даже сами удивляются, неужели у меня там камень есть в почке, неужели у меня там киста в почке есть, а неужели есть у меня же аденома простата. Если можно условно разделить на три, это сам период, это детский период, период репродуктивного возраста и пожилого возраста. У различных категорий бывает это встречается урологические патологии. Если детским возрастом может встречаться аномалия мочевых-половых путей. Тоже надо обращать внимание, те дети, которые тоже проходят обследование. И иногда мы тоже находим случайно различные аномалии мочевых путей. Ну, там удвоение, там, подкообразные почки и так далее, и другие. Это мы должны в больнице на учет под наблюдением, что так как эта болезнь может привести к различным осложнениям. Это в детском возрасте. А репродуктивного возраста может чаще встречаться различные воспалительные процессы в почках и, в частности, это половых органов. Таких один из распространенных патологий считается это простатит. Ну, вы знаете, да, это инфекционный воспалительный процесс предстательной железы, который в своем развитии может привести к бесплодию, импотенции и различным осложнениям. Последнее – это у пожилых людей чаще встречается аденома предстательной железы, которая своеобразная эта болезнь, когда начинает расти эта предстательная железа, она сдавливает мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, и начинается расстройство мочеиспускания, вплоть до острой задержки мочи. Ну, еще у нас в последние годы участились случаи раковой это болезни мочевых путей, почки, мочеточника, мочевого пузыря, предстательной железы и органов мочонки. Это тоже надо обращать внимание. То есть идет частая регистрация этой патологии. Когда подрастаешь организм, она начинает очень сильно реагировать на простудный фактор. Вот один из этого, это профилактика, это избегать различных простудных факторов. Это раз. Второе – это случайные половые связи, которые может человек заразиться различными инфекциями, которые передают половым путем. И они начинают самостоятельно лечиться, принимать различные препараты и переводят его в хронические формы, затяжной формы, от которой потом начинаются проблемы. Вот это факторы. И, конечно, это закаляет свой организм. Это тоже важную роль играет. И избегать различных приемов, это энерго, вот, тонизирующие там, принимают там энергетики там. Люди посещают различные там клубы, там курят там кальяны, там, принимают там насваи, там. Это все вредно. Курение, алкоголь, это все это становится это один факторов, вредных факторов, который он способствует развитию не только вот это патологию мочеполовой системы и других это органов и систем. Она общая, это профилактические меры. Мамбетов Жаныбек Султанбаевич окончил Кыргызский государственный медицинский институт в 1984 году и отслужил государственной медицине более трех десятилетий. С 1985 по 1991 год работал в Бишкекской городской больнице номер один врачом-урологом, затем на Иссык-Куле в селе Ананьево травматологом, потом в Тонском районе главным врачом сельской врачебной амбулатории и параллельно хирургом. В 1996 году пошел в научную деятельность, в 1999 защитил кандидатскую диссертацию, а в 2004 – докторскую. До последнего времени работал врачом-урологом и профессором кафедры урологии Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева. Все мои коллеги из государственных больниц мечтают работать в таких условиях, потому что кроме убогих условий у них там еще и прямо смешная заработная плата, говорил мне в своих интервью Жаныбек Султанбаевич, когда работал урологом в больнице «Мемориал» в Бишкеке. Любая частная клиника создается для того, чтобы внедрять новые методики. Этим самым она хочет отличиться от государственного лечебного учреждения своей оснащенностью и материально-технической базой. Наше здравоохранение сильно отстает. Мы видим это, когда выезжаем в рабочие командировки и на конференции в другие страны и зарубежные клиники. Их техническая оснащенность и профессиональная подготовленность не идет ни в какое сравнение с нами. Они намного выше.
При низком финансировании плюс еще больница ничего не может делать самостоятельно и ничего не решает. Существуют объективные и субъективные факторы. К объективным я бы отнес низкое финансирование здравоохранения, которое, безусловно, надо изменять в сторону увеличения.